Всем привет из Бочесаральского парка «Миниатюр». Сегодня вот Анна приехала к нам в гости. Очень мы всем благодарны, что вот Анна сегодня привезла сердца, пустячок, а львов мы сегодня угощаем. Симба вот как бы уже, ну все, видите, еще боится. Эй, Клава, ну кто так делает? Ну она большая, ей сразу много надо. Симба, давай, хорош давай, вот это. Давай, я почешу. Не, не любишь, ну ладно, я не буду трогать туда. Ты мне только пальцы не откуси тут. Минуточку. Берем по чуть-чуть. Они, конечно, с радостью бы налетели и все съели за одну секунду. Но мы все-таки угощаем по капельке. Пожалуйста. Съедение. Мне кажется, у нее нос в крови, видите? Расскажите, пожалуйста, за вольер вот этот большой, люди, что, мол, яма, как вы тут хотите сделать? Смотрите, на самом деле этот вольер будет, ну, шикарным вольером. По периметру должна быть дорожка 50 сантиметров. Сейчас просто львы к нему привыкают. Но так как тут еще не сделал ремонт, сейчас стены будут поштукатурены, будет красивая венецианская штукатурка. Будет как бы, ну, античные колонны. Ну, все будет красиво, как и должно быть в хорошем зоопарке. Сделан сейчас вот летний вольер, ой, зимний вольер сделан. Там сейчас очень красиво. Товарищ оператор, вы не хотите пройти в зимний вольер и показать, как должны жить нормальные? Опа! Опа! Вот так выглядит вольер. Тут они будут зимовать. Тут есть теплые полы. Есть шикарные ямы, где два-два можно лежать. Плитка. Можно спокойно все смывать хорошо. Сверху, обратите внимание, будут стекла. И будет свет попадать и сверху, и сбоку. А так сверху, наверное, будет то ли кабинет директора, то ли кафетерий какой-то. И люди смогут даже наблюдать сверху, на ребятах будут лежать. Ну, то есть это вольер нового формата, считаю, что очень красивый. Перегонка, они спокойно могут выходить, люди с ними контактировать они не будут. Вот так, товарищ оператор, мы вас просим, выйдем теперь. Ну, как у нас выпустит, спасибо, милый мальчик.